Радуйся, царица, небесе и земле. Источник твоего явления, мне в исцеление почерпаем не едино лето, всегда язву, душевную телесную врачи, сверлю, выбегающую себе в Я хотел подойти и поехать.
благодарности сидники воспеваем. Радуйся смирение образе им же гордыню не знает. Коротко и ясно. Конечно, да, да, прям больно. Маш, пойдем. Thank you.
Пятидесятнице Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с и всем всяко благополезно. Косток ним, что ищете живого с мертвыми, не издену восста, помяните, як уже глагола вам, и часы в Галилее, глаголя, яко подобает сыну человеческому предану быть, и в руце человек грешник, и пропиту быть, и в третий день воскреснуть, и помянуши глагола его, и возрашися от гроба, возвестиши вся сия единому на десяте и всем прочим. Бяши же Магдалина Мария, Иоанна и Мария Яковле и прочие с ними. Я же глаголу хоку апостолам сия, и явишися пред ними, яко лжа глаголы их и не веруваху им. Петр же восставьте че ко гробу, и приник виде ризы, едины лежащие, отыди в себе, дивяся бывшему. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Господине нашем, Преосвященнейшем епископе Елисее, и о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о выхраниме стране нашей, властях и воинстве я, да тихо безмолвно житие поживем, во всяком благочестии, чистоте, граду и стране, от глада губительства, труса потопа, огня, меча, нашествий племенников и междоусобной брани, злотворных воздухов, атомной радиации, терроризма, экологического бедствия, о ежем милости благоветливо быть, благом и человеколюбивым Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите ны от належащего и праведного своего прещения и помиловайте ны. Молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
услышаны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море до вече, и милостив, милостив, буди владыку грехах наших, и помилуйны, милостив, Бой, человек любит Бог, есть и тебе слава, воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку. Воздеем руцы и прилежно вопием ти, согрешихом, беззаконновахом, нечествовахом, яко забыхом замком щедроты Твоя, и человеколюбие Твое, и утробы милости Бога нашего, злобы ради нашей и лукавства начинаний с ними же пожихом. Ты благ еси, но мы беззаконновахом, Ты долготерпелив, но мы язв достойны. Веем мы Твою благость, аще неразуми виесь мы, мало, у них же согрешихом биение бы примут от Тебе горы, и величеству мышцы Твои, а кто противоречит? Аще заключишь и небо, кто отвердит? И аще заключишь и хляби Твоя, кто постоит? Легко есть пред очима Твоима, убожите, обогатите, оживите, и умертвите, поразите, исцелите. Поношение соседом нашим. Отвратил еси лице Твое, и нечестие исполнихомся. Но пристани, Господи, от гнева, ослаби, Господи, умилостивися, Господи, и не предашь нас державе Твоей. Мы же люди Твои, и жезл наследия Твоего. Сего ради накажи ны, обаче в благости, а не с яростью Твоею, да не умаленных нас сотвориши, и паче всех живущих на земли во уничижении будем. Милость бо Твоя неизречена, и человеколюбие Твое непобедимо, и богатство благости Твоя неисследимо. На няже дерзающе молимся, и милися день преклоняющий колено сердец наших. Пристань от сечи гнева Твоего, молим прилежно, як уже при Давиде древле, або Ты есть милости источник, и благоутробие неисследимая пучина, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Твоим, и прославящим Твоим Духом, и не присно, и во веки веков. Господу помолимся, что Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердце все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердце все. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем и. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Избави град наш от всякого зла, и спаси люди к тебе притекающие. И ныне присно и во веки веков, аминь, для благочистой Богородицы, тебе предай верный. Тобой бы тоже помимо Боги, Господи, Богу Твоим. Нет, да, 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 да
явилась истина Деве в Донском. Ой, где там день? Земля, Украина, молимся тебе, избави град наш от всякого зла, и спаси, люди, земли, текающие вода. Господи, Сыну и Святому Духу, святая Дева Богородице, Господи,
жалены целовали совет, и бысть, як услышали совет целования Марина, закрася младенец в чреве ее, и исполнися Духа Святого и совета, возопеглася в мире моче. Благословена ты в женах, и благословен в чрево твоего, и откуда мне сие да принимать, и Господа моему ко мне, всего якобы изглас целования твоего во уши моею. Взыграйся, младенец, радышем в чреве моем, и блаженно верующая, как будет совершение глагола мне от Господа. И речи моря, величи душа моя Господа, и возрадуйся, Дух моя, Господи, спаси моем. Яко презре на смирение рабы свои я, всебо отныне ублажат мя всероде, яко сотвори мне величие сильное и святое имя Его. Прибыль же, Мариан, с ней яко три месяца, и возвратися в дом свой. Подобие нас мирные христианские кончины и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего. Его же умоли за нас материнскими молитвами Твоими, да не осудит нас по беззакониям нашим, но подно да помилует нас по велице неизвечении милости Своей. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальными Его Отцем и Пресвятым Духом всегда ныне и присно, и во веки веков. Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе.
17 лет, как совершается ежегодный крестный ход вокруг города Урюпинск. Это приблизительно 30 километров. Вот сегодня многие из вас попробуют пройти этот крестный ход целиком. И мне радостно, что в этом крестном ходу приняло довольно-таки большее число людей, чем принимало предыдущие крестные хода. Это, конечно, о чем-то говорит. Наверное, и день удобнее, воскресный день, когда мы с вами именно отдыхаем, после божественной литургии идем крестным ходом. Наверное, и другое, потому что все-таки люди знают, уже начинают узнавать, что крестный ход совершается. Конечно, еще много стоит нам потрудиться. Мы это видим сейчас на примере, когда идем вокруг города, и не очень-то много людей хотят подойти к иконе. Наверное, не то, что они такие злостные, именно неверующие люди. Нет, наверное, еще страх, как мы себя можем вспомнить. Страшно как-то. Вот, а что бы обо мне подумает? Всякая предвзятость какая-то. Вот. Нет, естественно, что незнание, мне кажется, здесь больше от незнания наших традиций, незнания нашей культуры, незнание то, что это нам, это обычное и нормальное дело, когда люди поклоняются святыням. И нам, конечно, стоит, дорогие мои, всем здесь находящимся, и священнослужителям, и вам стоит поработать, чтобы как можно больше людей не только принимало участие в крестном ходу, но и, конечно, не смущаясь, подходили к иконе Божьей Матери, проходили под ее образом, почувствовали потребность в этом. Вот. А это от нас тоже много зависит. Поэтому вы сегодня совершили доброе дело. Посмотрим, конечно, как завтра будет. Я желаю, чтобы как можно меньше у вас завтра было болезней. Но если будут, примем ее в свой адрес как должно. Скажу, слишком мы разбаловались. Мало себя напрягали физически. Вот, ничего, чуть-чуть поболеем, потом перестанут. Зато очень полезно для всех нас.
Желаю вам, дорогие мои, милости Божией, покрова Пресвятой Богородицы, потому что мы его совершаем на крестный ход в преддверии нашего праздника, главного праздника этого храма, покрова Пресвятой Богородицы. Я благодарю организаторов, кто организовывал наших священнослужителей, отца Благочинного, отца Алексея Маслова, отцов-настоятелей, отца Виталия Свиридова, иерея Михаила Соловьева, который сегодня, на нем была трапеза, он кормил всех, принимал, вот, батюшек Покровского храма, а также именно батюшек нашего района, проитрея Виктора Дурасова, иерея Виктора Литвинова, отца диакона Сергия Козлова и всех хор Покровского и других храмов, кто сегодня совершал именно вот пение во время крестного хода, и всех вас. Мне, конечно, очень порадовало, что, не смущаясь, сегодня шли с нами именно дети наших воскресных школ. Практически осмотрел, весь путь они проделали пешком. Вот. Это тоже дорогого стоит. Конечно, уже в конце видно было, как у всех устали ноги, у кого-то болят, кто-то, может быть, натер. Но какой-то муки на лицах не было, да? А у всех была радость совершения доброго, хорошего дела. Я благодарю всех вас. Спасибо вам, Господи. Милости вам всем Богу. И по традиции, только вы, дорогие мои, сначала батюшкам дайте подойти к икону, да, Боже мой? И по традиции, после крестного хода мы обычно именно к икону вынимаем из кивоты, чтобы можно было нашу чудотворную икону, явленную икону, Люпинскую икону Божией Матери, чтобы все вы могли прикоснуться к ее образу. Только аккуратнее, пожалуйста. Да? Очень аккуратнее старайтесь так. Не давить, сумки не ложить, а то, как в одном селе было так, привезли икону Люпинской Божией Матери. Но люди не знающие, вот так, да, в первый раз, помните, как эти проходили крестные ходы. В первый раз, и вот люди все ложили. Даже вот все хотели. Но я думаю, вы уже не такие, вы все-таки уже люди воспитанные, знающие. И будете аккуратно прикладываться. Беречь наш святой образ. Милости вам Божией, покрова и покрова Пресвятой Богородицы и всех святых. Господь. Thank you.
Господи,